которые живут в этом городе, которые пытаются развиваться, но из-за неумелого руководства этот город остается в плачевном состоянии. Знаете, как говорят, коли робишь, будь добро. Но здесь никто не работает. Где здесь Григорий Лепс, который подметает улицы или ремонтирует тротуары? Где здесь Стас Михайлов, который чистит озера? Мы его не видим. Мы видим, что кто-то занимается популизмом. С другой стороны, бельчанам предлагают другого человека из той команды, которая за 3 месяца в правительстве просто опозорились. Цены на газ, цены на топливо. Это просто ужас, куда все катится. Здесь нужен хороший хозяйственник. И я вам хочу сказать на примере муниципия Кишинева. Если работать, то город будет красивым. Если работать, то город будет развиваться. Но для этого должна быть нормальная команда. Для этого должен быть достойный человек. Нестеровский! Нестеровский!